Все вы знаете, дорогие друзья, про несчастье, которое обрушилось на нашу планету. Наверное, нет человека, у которого бы не заболел близкий, родственник, коллега, знакомый. У меня умерли несколько друзей священников. И, конечно, в этой ситуации, мне кажется, недостаточно думать только о себе, носить маску, сделать прививку, но хорошо подумать о тех, кто сейчас болеет. Слава Богу, в последнее время их стало меньше, но все равно очень много людей находится в реанимации, находится в красных зонах. За ними ухаживают профессиональные работники, врачи, медсестры. Но любви много не бывает. И когда ты оказываешься в больнице, когда у тебя падает сатурация, когда ты задыхаешься, когда у тебя поднимается температура, когда рядом с тобой страдают, иногда умирают люди, конечно, тебе нужна помощь. И слава Богу, сейчас у нас есть возможность помочь тем, кто в этом очень нуждается. Мы объявили прием добровольцев, приготовили специальные краткосрочные курсы. Пришло очень много хороших людей с добрым сердцем, но их не хватает. И поэтому у меня просьба к вам, если у вас есть возможность раз в неделю, 4-5 часов, быть там, где находятся тяжело страдающие люди, помочь им, помочь уходу за ними, покормить их, помочь им психологически, духовно, побыть рядом с ними, рассказать им что-то, поддержать их в их страдании. Это было бы очень хорошо. И самому становится легче. С одной стороны, тяжело быть рядом с теми, кто страдает, но с другой стороны, когда ты находишься в очаге как бы этой беды, в центре, в эпицентре этого бедствия, вы знаете, как-то чувствуешь, что ты все-таки сделал то, что ты мог сделать, что ты помог тем, кто в этом очень нуждается. Мне очень хотелось бы, чтобы вы приняли в этом участие. Мы ждем вас.